В Симферополе в стенах школы-гимназии номер 39 подвели итоги муниципального этапа профессионального всероссийского конкурса «Учитель года-2021». За победу боролись 11 педагогов столицы. Главными критериями оценивания учителей были универсальность подходов к обучению, информационная и языковая культура, исследовательская и проектная компетентность, а также умение аргументировать свою позицию, взаимодействовать с широкой аудиторией. В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук и заслуженные учителя Республики Крым. На их плечи легла непростая задача – выбрать лучшего учителя. По итогу всех проведенных мероприятий в рамках конкурса абсолютным победителем стала Толстова Ольга Сергеевна, учитель химии школы номер 26 имени Калашникова. Сегодня конкурс завершился. Участвовало 11 педагогов с разных школ города Симферополя. По разным педагоги разных направлений. Это учителя начальной школы, это учителя обществознания, химии, биологии, русского языка и литературы. Проявляли свои успехи и в проведении самого урока. Они писали эссе, они участвовали в педагогическом совете. Они готовили свои документы и представляли свою методику работы. Сегодня определен лучший из лучших, тот, кто пойдет дальше.